Ферма нормально, мои животные нормально. И вот эта вот конструкция тоже нормально. Всем привет, ребята! И сегодня у нас новая серия выживания. Да. Вообще, я сегодня собирался снять дежурного. Но, честно скажу, у меня там какие-то были проблемы с дежурным. Я прям не могу его нормально заснять. Хотя я говорю, что я его буду чаще снимать. Но сегодня, ладно, запишу выживание. В прошлой серии, что же мы сделали? Закопали вот эту, наконец-то, яму. Посмотрите, просто в прошлой серии ничего объяснять не буду. Во-вторых, мы на стриме завели себе вот таких вот коров. У меня... А вот про скин сейчас все объясню. Я сегодня изменил скин. Кто олд моего... Сейчас, короче, вот так. Смотрите, это скин. Тут новики моего канала даже не понимают, о чем ты-то сейчас говоришь, какой скин. Но... Этот скин легендарный. Кто от моего канала, тот поймет. Я называю его лягушатник. По-другому его никак не назовешь. Так, что там у нас жители, открываемся. Так что, вот. Я изменил себе скин, потому что этот скин мне дико нравится. Ну реально, посмотри на него. Ну и в общем, давайте посмотрим, как тут что, нормально, да? Не, ну, мы тут в этой шахте заниматься ничем не будем. Пусть кое-кто... Сам пусть делает все это, Рома пусть, ну вы поняли, да? Пусть он сам тут все обстраивает, как он хочет. Это пусть яма тут остается. Что за хотя бы эта серия? Во-первых, в смысле тут не добавлены? Хитрины, колотите. Сейчас. Так, если я надеюсь, сейчас правильно напишу. Вот. И там какой-то вот такой был. Я уже не помню. Сейчас, подожди. Все. Опа. Простите, просто я уже не помню, как его имя называется. Вот как-то так. Потом, когда я посмотрю его ник, то тогда я напишу нормально. Так, я вообще для начала сейчас давайте на огород пойдем, соберем там грядки. А, мы еще там за кадром или когда... Там, вот, смотрите. Нашли мха себе. И я так украсил свой дом. Все такое. Чтобы было красиво. Сегодня я тоже хочу поторговаться с жителями нашими. Потому что я практически с ними не занимаюсь. Типа не говорю им, типа, давать, типа, лучнику, давай я тебе палки, а ты мне изумруд. Я им давно так уже не говорил. Я этому лучнику каждый раз так говорю. Я давай тебе палки, а ты мне изумруду. Я говорю ему, мне без разницы, это выгодно, не выгодно. Так что давай, на базу. Здесь реально это не выгодно за палки какие-то. Ну хотя, можно за палки сделать себе лук. Это гениально, это гениально. Сейчас мы там это... Оба-на. Сейчас. И там еще надо собрать. Ну ладно, пусть тут еще растет. Как тут мы... Ладно. Так, у меня есть косточки какие-нибудь, чтобы это костную муку сделать? Нет, нет, у меня ничего нет. Ага. А, я еще мечи себе купил. Кто хочет, тому дам. Я все время думал, что это крипер. Очень серьезно, я думаю все время, что это крипер. Лиса, ты меня бесишь, что... А это не намек случайно? Слушай, тут есть... Подожди, у меня вроде нету, да, этого поводка, да? У меня нет поводка, да? У меня нет поводка. Это вообще плохо. А, я еще стол зачарования сделал. Сейчас мы плюс... Давайте для начала зачаруем наши предметы. Опа-на. Угу. Первый у нас кирка. Неразрушимость. Давайте эффективность, да? Давайте эффективность. А меч у нас отбрасываем. Сколько нам это лазурит? Давайте отбрасываем. Крутым буду. Лопата. Лопата у меня почти сломалась. Давайте, все равно у меня один алмаз. На него если только лопату сделаешь. Новенькую сделаем себе. Опа-да. Видали? Видали какое? И ее тоже, что, не знаю зачем. Но на эффективность. Пусть будет на эффективность. Топор бы тоже, но топорик ты ж не знаю зачем. Давайте не будем, пофиг на него. Так. И вообще, я бы хотел себе броню новую сделать, потому что у меня броня в скором времени точно сломается. А я бы этого не хотел.
Давайте пока так, сделаем себе вот это. Понятно, только себе шлем смогу сделать и штаны. Давайте и штаны сделаем, не знаю. Да ядреный пельмень, да сделай ты его. Вот. Ура. Фу-пу-пу-пу-пу. Ну чё, жители? Чё, жители, буду вами сейчас заниматься. Чё тут у вас? Угу. Мне нужны палочек пару. Чтобы я докачал его не до ученика, а до подмастерье. Понял. Подожди, сейчас, житель, минуту. Дай мне, пожалуйста. Опа. Пожалуйста, хоть да, мне хватит. Так, и теперь оба-да. Да, так, я теперь могу у него лук купить. И ты теперь у нас золотой, да? Ты у нас теперь богач, я так понял. Ну, молодец. Ты у нас что там? Угу. Тебе нужен уголь. Я у тебя еще мог за 4 железа 1 изумруд? А ты мне раньше сказал... А он мне раньше сказать не мог, типа, это все такое, а? Короче, я бы... Ладно, ну, поторговались так не слегка с ними и купили себе лук. Что пригодится. Да ё-мо... Ща-ща. Я не могу, вот я сейчас нажимаю на стрелку, чтобы выйти, но у меня не получается. Потому что вот это, видели, там зеленый вот этот кружочек в левом углу у меня, зеленый кружочек. Он мне, я не знаю, либо он мне мешает, либо у меня пальцы жирные, либо я рукожоп. Я не знаю. Так, коровки, вы любите это? Нет, вы не любите. Вы не любите это, да? Ну, идите вы в жопу, когда сегодня вас вообще не покормят. Хочу на этом месте сегодня что-нибудь построить. И сейчас нужно подумать. Мне предлагали построить... какую-либо ферму, бесконечную ферму пшениц. И корова, мне так кажется, на нее, если она здесь будет построена, они на нее будут смотреть всю ночь, весь день. Можно здесь построить баню. Или домики для жителей. Потому что вот в этих домиках... Давайте построим сегодня, попытаемся. Домики для жителей. И баню построим. Давайте же добывать дерево. Как раз и дерево себе чуть поддобуду. Хотя мне так кажется, я его в этой серии сразу же истрачу. Но ничего страшного. Построим для них домики. Так что вот. Что было сейчас? У меня на улице только что ли кто-то бежал. Либо больше, я не знаю. Такой звук был странный. Так, все, мы добыли сейчас вот эти деревья, все исчезнут. Теперь вот это, реально здесь можно строить, можно баню. И можно будет в этой бане все время вот так вот приходить. И все. Или может в этой серии для начала баню построить, а потом в следующей серии уже сделать домики для жителей. Вот серьезно. Может реально, давайте лучше сначала сегодня лучше баню построим. А в следующей серии уже домики для жителей. Потому что за эту серию я однозначно это все не сделаю. А если и начну, то это я уже закончу в следующей серии. А я не хочу. Я хочу, чтобы сегодня мы построили баню, а в следующей серии мы уже все достроили. Хотя мне так это никто не понял. Ну ладно. Не пофиг. Так, сейчас у нас наступает ночь. Вот это плохо. Пока еще у нас полностью не наступила ночь, мы добудем нам деревом. Потому что дерево это что? Дерево это прекрасно. А прекрасно это что? Прекрасно это значит хорошо. Чпунька. Добываем. Оба. Отлично. Побежали. Да ема. Так, все, надо уже ляжете спать. Блин, я такой крутой. Я когда вижу зачарованного предмета, я чувствую себя крутым. Я не знаю, почему. Не, знаете, как паркурщики. Оба-на, видали? Я специально как раз эту лестницу сделал, чтобы было еще удобнее. Чтобы если на тебя крипер бежит, чтобы не открывать двери, чтобы он туда не забежал, а чтобы ты под этой лестницей забежал. Так это будет даже это. Классно. Еще можно, я могу уметь делать ему сейчас. Сейчас, смогу? Смогу, не смогу? Сейчас. Во. Оба-на. Оба-на. Ну, короче, я могу тут еще и на крышу забираться. Чпунь. Пам. Здорово. Так, ну чё, баня у нас. Для начала я бы костры скрафтил. Да, для начала мы костры скрафтим. У меня в прошлом выживании
даже в прошлом никаком. У меня там было однозначно выживание в бане, вот я тоже теперь ее хочу построить снова. Так, для костра нам нужно вот так вот, потом нам нужно вот так вот. Я про уголь, а у нас угля нет, да, я так понял? Как всегда. А где я угля найду, я не знаю. Идем за углем. Идем за углем. Слава богу, у меня тут есть такая прекрасная... Господи, ничего, нихера не видно. Простите, ребят. Тут что, еще и железо? Тут еще и железо было. Это прекрасно. Вот наш уголек. Все, тут больше нет, что ли? А, нет, есть. Здесь еще есть, нет? Тут нет больше? А, нет, и тут еще и железо. Тут еще и железо, слава богу, у меня нормальное зрение, я все вижу. Так, все, да, вроде мы все забрали, да, мы все забрали. А, нет, там еще есть, вот. Оба-на. И тут железо еще как раз. Это как раз мы починим нашу броньку. 10 нета и 15 угля. Так, все, теперь надо... Хотя там еще один уголек. Кто? Ядреный... Ладно, убивайся. Спасибо. Зомби мне не впервые помогли. А, ой, зачем я выхожу только так? Где-то тут верстак, вот верстак. Да, 4 костра. Я думаю, 4 костра нам достаточно, да, будет? В принципе, да. Да, давайте так и будет. Костер. Так. Ну, теперь идем строить. А, я еще хотел вот это. Вот, да, вот это еще так. Опа, опа. У нас банька будет маленькая. Все. Она у нас будет такая, более маленькая, что ли. Так, она у нас, как вы поняли, будет находиться, ребята, здесь. Сегодня ролик наверное долгий будет, потому что пока я баню эту построю. Так. Опа, опа, так, здесь у нас будет два блока, опа, тут, и здесь у нас будет вход. Получается, надо вот так. О, так. Угу, значит, это, опа. Во. И опа, 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 опа. Вот. Мне, так кажется, нам костров не хватит. Ладно, все решим. Так, сейчас мы для... Я понял, я уже это сломал. Так, выкапываем... Я совсем об этом забыл. Так, сейчас все сделаем. Так, баня у нас будет находиться здесь. Значит, здесь надо будет построить домики для жителей. Хотя, чё я... Хотя, чё и подождите. Хотя, тоже не варик, да? Да, не варик. То есть, давайте здесь, там мы потом построим домики лучше для жителей. Вот здесь у нас прям будет баня. Так, сейчас мы некоторые тут поломаем, прям рядом с коровами. Опа, 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 опа. И вот здесь вот мы не слегка закроем. Да. Опа, опа, опа. Во. И вот это. Во, прекрасно. Как я сказал, ага, ага, ага. Во. Так, теперь у нас 3, 3, 3, 3, 3. Опа, опа. Слушай, мне не показался ли крипер? Нет, мне, я подумал, уже рядом крипер где-то гулять, не знаю, мне показалось. Так, ну вот у нас что получилось. Так, теперь мы, опа, опа, опа. Делаем вот так вот. Я чувствую, нам дерева нифига не хватит. Ну это и видно, нам нифига дерева не хватит. Но хоть что-то мы сейчас и построим. Так. Угу, угу. Я еще потом за кадром буду делать, наверное. Мы, наверное, даже не успеем сделать ничего. Так, опа. А, ну все, можно дальше добывать. Все, добываем. У меня почти сломался топор, так что мы сейчас сразу пойдем делать. 27. Нам даже, наверное, уже и хватит. Хотя мне так кажется, нифига. Так, опа, 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 опа. Оба-на. Все, готово. И вот здесь вот нам тоже должно, надеюсь, хватить. Хватить нам должно. И не хватит. Да ядреный ты пельмень.
Так, рыжий. Я заметил, что тут начали коты гулять. Я сейчас себе вызвать там вон раз. И тут старый тут очень котов разгулялся. У меня вопрос. Что тут происходит, жители? Так. Это по-любому жители. Тут же ничего, я надеюсь, уже нет. Да, тут в этот раз ничего нет. Я просто не подумал, что там под низом яма же здоровая. Можно было бы там под низом еще второй там слой земли сделать, чтобы потом было удобно. Но мне это лень делать, нет. Тем более надо три тут блока вниз. Не, мне так кажется, мы за всю эту серию, скорее всего, вряд ли сделаем. Но серия однозначно будет долго. Так, теперь что у нас? Костры. Теперь у нас костры. Так, где костры поставим? Первый у нас здесь будет, второй здесь. Во! Пошло дело. Если я поставлю вот так вот. Она перекроется? Нет. Идет дальше. Значит, можно делать. Опа. Так. Опа. Так, теперь. Обана. И обана. Во, смотрите. Прям дым идет у нас. Теперь мы делаем. Не только так, ладно. Так, мы сейчас здесь поблизости сделаем верстак. Верстак. Давайте он будет у нас стоять. Давайте прямо у нас в этом будет стоять. Вот здесь. Во. О, еще один костер могу скрафтить. Давайте. Вот здесь. Он прям вот здесь в серединке будет стоять. Теперь вот так вот. Да, вот могу. Во. Смотрите. О, это прикольно. Так, здесь у нас будет что посидеть. Ну, вы сами понимаете, можно будет вот так посидеть и попариться. Хотя в реальной жизни в бане я нормально сидеть не могу. Ну, ладно. Так, о, водичка нам же тут нужна, чтобы еще так охладиться. Блин, у меня нет этих. Хотя подождите. Сейчас все сделаем. У меня только один вопрос. Откуда у меня 19 железа? Я просто собирался пережарить, чтобы сделать нам эти котлы. А у нас, оказывается, было 19 железа. Я не знал. Наверное, я зря это сделал, что два котла сделал. У меня осталось 5 железа. Ну, в принципе, ребята, ну не надо здесь. Нормально. Ничего страшного. Вот у нас. Как бы там надо охладиться же. Так что вот так. Значит, у нас придется тут верстак убрать. У меня нет топора. И сейчас мы все исправим. У меня еще и нет места. Вы что, гоните, что ли? Так, ладно, сейчас мы первую вот сюда поставим. Сломаем. Сейчас, ребята, сейчас. Опа. Оба-на. Во. И сейчас мы сюда заливаем. И, кстати говоря, ребят, что это за баг, почему тут вода такая странная в виде лавы? Ну ладно, ничего страшного. Вот, ничего страшного. Сейчас мы еще там наберем водички сейчас наберем. И поставим верстак в другое место. У меня тут есть бесконечный источник воды. То что, хотя, я мог сюда быстрее спуститься, но... Ладно уже. Так, здесь я уже выложу. И вот это, давайте вот сюда прям поставим, вот сюда вот. Так, я сейчас пойду быстренько все вещи, ребят, вещи сложу. И все. Я себе скрафтил топорик. Все прекрасно. И вот наша банька. Потом надо прям сейчас будет сделать крышу нам. И тут, я так думаю, надо потребуется очень-очень много нам дерева. Но сейчас я нажму стоп. И буду все делать. И буду... И все. Я пошел. Ну и вот уже я строю крышу. Я чуть подобывал нам тут дерево. И сейчас строю. Я уже закончил крышу, добавил факела. Факела они тоже жаркие достаточно. Чтобы еще жарче нам было. И здесь я решил поставить окошко. Чтобы когда ты вот так вот сидел в водичке, ты мог посмотреть на коров. И посмотреть на стенку. Вот так.
И вот так вот посмотреть на стенку подпи. Хотя ты, наверное, нифига не увидишь, но если вот так вот сделать, то что-то там-то видно, вон. И можешь и на ферму посмотреть, и вот. Дверь готова. Посмотрите на эту баньку. Ну тут уже, да, комфортно. Вы поняли меня. И, в принципе, можно еще... Давайте еще один костер сделаем и добавим его в... Вот сюда. Во. И все. О боже. Тут даже не ходить невозможно. Ну а так нормально, смотрите. Хотя можно было бы дымоход сделать. Типа это же баня. Или как там дымоход, или как там это называется? Сейчас делаю. Я тут добываю камень, не забыл сказать. Мне уже порти как под прошлым выживанием написали уже комментарии. Я обязательно вас добавлю на стенку, ребят, так что вы не думайте, что я вас забыл. Я сейчас, когда закончу этот видос монтировать, там все такое, то я обязательно пойду вас добавлю на стенку. Не, ну вот реально красота, посмотрите, там, видите, камень, выходит вот такой дымок. Банька, ребят, поход готов, все готово, ребят, смотрите. Здесь вот так вот, можно еще вот так вот возле дымохода вот так посидеть. Вон, костер поставлен. Не, ребят, все, банька готова. Ребят, мне банька дико понравилась. Как раз ночью вступает, будем заканчивать серию. Ссылка на мой телеграм в описании. Спасибо, кто переходит. У меня уже перешли 2 человека. Спасибо вам огромное. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Только подождите, я сейчас посплю. И все. А ты че на меня так смотришь? Все, давай пока, вырубай я камеру. Я тут это буду сидеть в бане и все такое. Лето в бане сидеть. Ну, ничего страшного, пофигу. Все, всем удачи, всем пока. Все. Не, блин, меня практически не видно. Ладно, посижу возле дымохода, или как там.